Только я хотел, ребята, рассказать на фоне вот этой машины с маской о свежем видео. Вот подъехала Toyota Camry, полностью тонированная, катанная в ноль. Ну что же, будем тогда смотреть на Toyota Camry и вот эту девушку замечательную, наверное, и рассказывать о вот этой вот, ребята, примете времени, маске. Что вы думаете о том, что маска висит на автомобиле? Смотри, короче, прикол. Видео снимаю. Что там? Смотри, вот девушка в маске на подбородке. Угу. И вон там он стоит автомобиль, какой-то там Datsun Ondo или что-то типа того. Значит, с маской, висящей на зеркале вот здесь. Угу. Видел такие? Я вижу такое каждый день. То есть маска висит на зеркале. Может быть, в той тонированной машине она тоже висит. Ну, короче, вон там стоит автомобиль. Маска висит вот здесь на зеркале, болтается. Ну, это, видимо, вот как думаешь, тренд. Бактерии из этой маски, которая там, коронавирус, который застрял в этой маске, он болтается там? Ну да, кстати, это да. Не гигиенично. Ребят, что это такое? Вот, скажите. Пишите ваши комментарии. Вот это поворот!